В Мариуполе представители еврейской общины в день празднования Лагба Амера приняли участие в ежегодном праздничном параде, который посвящен Дню Великой Радости. Более 50 человек с плакатами и транспарантами прошлись по центральной улице города. Как рассказывает главный раввин Мариуполя Менахем Мендель Коэн, это особенный праздник, в который ушел из этого мира рабби Шимон бар Йохай, автор книги «Зоар». Он раскрыл для нашего народа скрытые Тора и попросил, чтобы его праздник мы радовали, потому что в этот день он выполнил свою миссию. Обычно день, когда человек уходит, это печальный день, но этот день это радостный, это праздник для нас, потому что он выполнил и дал нам возможность прикоснуться и понимать глубокие секреты Тора, Каббала. По словам главного раввина, принимать участие в параде могут все мариупольцы, независимо от национальности. Что надо дружить, что надо объединиться, поэтому мы делаем это на улице, торжественно, с музыкой, не у себя, мы тут, в самом центральном месте. И это мы тоже хотим передать вся Украина и весь мир, который смотрит на наш город, что мы верим и мы знаем, что здесь будет хорошо, что большая надежда это место. И мы тут, наша община здесь, и мы знаем, что этот город будет процветать и подниматься. Менахем Мендель Коэн также отмечает, что основная цель праздничного шествия – это призвать молодое поколение к миру и дружбе. Научить наших детей, наших молодежь, что надо быть вместе. Поэтому мы идем вместе по центральной улице для того, чтобы подчеркивать наше объединение и дружба. По словам представителей еврейской общины, в Мариуполе такие парады проводят уже более 10 лет.